Водный этап Туриады 2019, который проходил в Балакове, завершен. На растительном канале встретились 14 команд из всех субъектов, входящих в состав Приволжского федерального округа. На торжественном открытии соревнований ребятам, конечно же, пожелали побед. Спорт для города Балакова – это уже норма жизни. Поэтому приезжайте к нам еще не только участвовать в спортивных мероприятиях, но просто погостить в город Балакова. А сегодня я вам всем желаю борьбы настоящей, честной и сухой победы. Отметим, что в Балакове Туриада проходит уже в 6-й год. Причиной этому уникальность условий, так называемые бурлилки для проведения водных выступлений. В Приволжском федеральном округе это достаточно уникальное место, потому что здесь можно регулировать сброс воды. Вода есть постоянно, практически, кроме зимы, круглый год. Можно регулировать, как я уже говорил. Можно делать больше, меньше. Хорошая погода, хорошее место. Отличная развитая инфраструктура на месте соревнований. Не надо выезжать как в Башкирии, куда-то в лес, куда-то добираться далеко. Вот мы с вами находимся практически в центре города. Да? Но очень много зрителей, болельщиков, которые приходят сюда и смотрят, почему это и есть уникальное место. В течение 2 дней спортсмены боролись, чтобы добиться победы для своей команды. Они выступали в 2 дисциплинах – гребля на каяках и на катамаранах. Многие из ребят впервые участвовали в таких масштабных соревнованиях. Долго готовились и как готовились к этим соревнованиям? Готовились 2 года. В том году выступали, а вот Лида, она 2 года готовилась и приехала только в этом. Зимой в бассейн ходили. У нас была вода. Ездим на пороги, например, на Ревун в Свердловской области. Бурная вода качает ему лодки, то есть, можно сказать, ты получаешь от того, что ты идешь по реке, кайф. То есть ты идешь, ты чувствуешь эти волны, тебе просто становится хорошо и свежо от них. А в городе, когда холодно, зимой мы занимаемся в бассейне, отрабатываем. Первый раз вообще приехала сюда. На каяке тоже сижу, можно сказать, первый раз. Но вот на такой воде вообще впервые. Как ощущения у тебя? Ну, сначала было страшно, когда уже плывешь, вообще не страшно. Все организовано, очень классно. После водного этапа ребята вернулись в Хвалынск и продолжили состязание. Напомним, стартовала Туриада 14 мая. На этот раз в туристский лагерь съехались около 700 человек. И в ходе подведения предварительных итогов стало известно, что саратовская команда лидирует по некоторым направлениям спортивно-туристского лагеря. Завершается Туриада сегодня.